Добрый день, уважаемый зритель. С вами доктор Константин. Сегодня у нас холод в кишечниках. Человек испытывает холод в брюшной полости, на уровне пупа. Вот такие люди обращались в моей практике, были и задавали вопрос, что первое, что их холод-то ладно, летом еще пережить можно, а зимой полностью человек замерзает. Откуда берется холод в наших внутренних органах? Вот здесь важно знать теорию инь и янь, которую многие игнорируют. Даже вот смотрите, если эту теорию вы не будете знать, либо пренебрегать ею, либо не искать ее, как она проявляет в нашем организме себя, сразу говорю, вы не поможете ни при какой болезни. И точки можете не брать, почему? Потому что все точки тоже берутся по теории инь и янь. Мало кто об этом знает и вообще на это не обращает внимания. Почему нужно знать, в каком состоянии энергия инь и янь? Потому что живот, в котором находятся наши с вами кишечники, это территория инь. Понятно, да? Причем здесь мочевой пузырь, точка Джун Люй Шу, которая располагается на территории янь. Почему? Потому что если дисбаланс инь и янь, нужно что? Привести в баланс. И здесь огромную роль играет дисбаланс либо почки. И почки с мочевым пузырем работают вместе. Пожалуйста, элемент вода. Вот меридиан почек. Вот меридиан мочевого пузыря, извиняюсь. Вот меридиан почек. Они обмениваются энергией инь и янь. Мы сказали о территории инь и янь. И смотрим, как почки, меридиан, контролируют все то, что пуп и ниже пупа. Наши с вами кишечники и брюшная полость, и не только весь живот, контролируются почками. А теперь вопрос на засыпку, самый такой простой. А в каком состоянии энергии инь и янь? Не забывайте, мы не сказали ключевое слово, что меридиан мочевого пузыря – это абсолютно яньская энергия, меридиан почек – это абсолютно иньская энергия. Вот как они абсолютно двигаются в нашем с вами теле, по нашим с вами органам. Понятно. Если избыток инь, то понятно, что органы живота будут негативно себя проявлять. Вот и все. Что нужно? Привести баланс. Какой? Выпустить инь через точку В29 Джун Люй Шу. Расслабить данную точку. Убрать холод в кишечниках, либо холод в животе, либо холод на уровне кишечника, тонкого кишечника, либо толстого кишечника. Убрать. Провести диагностику 12 меридианов. И что? Восстановить баланс инь и янь на норму. Вследствие чего территория инь, живот, будет нормально циркулировать энергия инь. И территория спины. Территория спины – это территория янь. То же самое будет гармонично циркулировать. Вследствие чего будет в точке МО заходить энергия на животе. А с точки Шу выходить беспрепятственно энергетика инь и янь. Вот и все, элементарно просто. Восстановите баланс, и болезни не коснутся вас. Баланс инь и янь. Спасибо за внимание.